Zombie apocalypse. Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру Roblox. То есть мы давно уже не играли в эту игру, в замечательную игру Roblox и в игру Disaster Survival, супер игру, в которой нужно выжить на чудо-острове, на котором каждый день творится какая-то опасность. И вы видите, скоро же Хэллоуин, да, Хэллоуин. И вы видите мой скинчик под Хэллоуин. Что? А? БГДМХХХ. Что это было? Дизастер еще не начался, а меня уже убило. Кто меня убил? Как меня убили? Что это такое было только что? Я ресепт не делал. Вот, вы видите мой скинчик новенький. Вот, конечно же. Вот такой вот хэллоуинский тыква-рюкзак. Прикольный еще с брелочком, летающей мышей. И вот такой вот голова-слизень. Голова-слизняк. Вот такой вот зелененькая под мой костюмчик. Зелененькая голова такая. Ну, я мистер Лизун какой-то. Да. Короче, давайте подождем это все. Сейчас. Для вас это будет секунда. Все, ребята, я подождал, я не выжил этот раунд. У меня есть такой вот шарик, с помощью которого мы можем вот так подлетать. Но я не хочу его сильно часто использовать, потому что это будет как-то по-читерски, да? Вот так вот подпрыгаешь просто на кликание мышки. И все. Ох ты, новая карта. Я его купил за 80 робуксов. Ну, у которых людей нету робуксов, которые они могут купить, то у них, конечно, их нету, их никак не зарабатываешь робуксы, только надо за деньги покупать, за реальные. Вот здесь я буду и это. Хотя, если будет кислотный дождь, то мы сможем быстренько с вами с помощью шарика вон туда куда-то забежать. Да, давно мы не играли в Roblox, давно мы уже... не были в крутых режимах джейлбрейка, нашим любимым с вами. Обязательно поиграем, ребята. Потому что FIFA Mobile стала такая себе уже не очень популярная, так понимаете? Вау. Open. Хорошо, почищу я свой компьютер. Вау. Нет. А! Меня убили. Одна палка осталась. Что-то вообще неудачно. Ай-яй-яй. Мы будем с вами играть в различные игры в Роблоксе. Это будет круто, ребята, обещаю вам всем. Также там новая куча режимов. Давайте подождем сейчас. Еще разок. Ждем. Сейчас тут новая карта скоро появится. Надеюсь, скоро. Вау, да это сложно! Это сложно выжить, конечно. Надо было где-то там находиться или в домике. А домик тоже опасный. Все, никого не осталось живых. На тебе. Я с тебя... Ой, скинуть хочу. На тебе, пацан, улетай. Улети! Улетел, пацан. А ну давай его скинем. Ах ты. Хитрюга. Улети. А ну дайте я на краю постою. Чтоб он меня захотел скинуть сейчас. Смотри, вот так. А, сам упал. Вот это да, конечно. Сам упал. Меня хотел скинуть, но сам упал. Ну все, выживших нам показывают. Все, новая карта. Пожалуйста, какая-то новая карта, потому что обновление же вышло в этой игре. Новую карту хочу. Вот почему я играть в эту игру захотел. Потому что какое-то обновление вышло, новые карты. Ага, Lucky Mart у нас был раньше, вроде бы. Ну, супермаркет, да? Да, супермаркет. Вот, давайте, побежали. Давайте с помощью... Ой, извиняюсь, здесь вам был звук какой-то. Так, вот, давайте... Так, вот. Ну вот мы в Lucky Mart'е.
Но мне кажется, сюда не очень хочется забираться мне. Мне кажется, тут опасненько будет внутри, потому что если будет какой-то пожар, то лучше... А чё я не... А, там непрозрачные эти. Я думал, что это прозрачные кубики. Оказывается, там стекло. Ого, сейчас снег будет. Надо в кучу. В кучу, сидеть в куче. Народ, сейчас будет снег, мне кажется. Или какая-то песчаная буря. Давай сейчас вдвоем это греться. Будет написано, сейчас нужно греться. Бизари, точно. Да, надо греться, пацаны, в кучку, пацаны, в кучку. Да вы издеваетесь, давайте в кучу, вот так вот, греемся. Вдвоем будет теплее. Да, вот, давай, вот так, греемся. Греемся, пацаны, в кучу, да, давайте, да, вот так, молодцы. Вот так вот в кучку, давайте, в кучку, в уголок. Да, пацаны, хорошо, молодцы. Мы с помощью этого греемся. Нас не морозит эта буря. Вот так, молодцы, пацаны. С помощью этого мы с вами не будем... У нас не будут отниматься хпшки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы видели это? В кучку, пацаны, в кучку. Куда кучку деть? Давайте, вон туда. Надо перепрыгнуть это. Ай, больно? Холодно? Вот, да, молодцы, в кучку, давайте. Потому что с помощью, скупления мы с вами греемся. И нас не морозит вот эта буря. Ну, то есть снег, нам не будет очень холодно, понимаете? Когда в кучке вот так сидишь, конечно, будет теплее. Ну, потому что там написано так. Или нет? Ну, все в кучках сидят, значит, написано так. Или нет? Я не знаю. Ну, явно нужно не касаться вот этого снега. Хотя я касаюсь, и мне ничего не происходит. Надо быть в кучке. Так мы выжили или нет? И уже конец или нет? Я не пойму. Во, мы выжили, класс. Класс, мы выжили. А на каком я месте там? Сколько у меня выживаний? А ну посмотрим, давайте. Потому что я люблю в эту игру играть. Вот почему я купил шарик за 80 робоксов. Так, на каком я месте? Денплей. Ну, на таком себе. 47 побед у меня. Давайте. Во, лаунч. Ага, ракетная станция. Понятно, это так себе. Это не совсем моя любимая карта, но... Я хочу с помощью шарика быстрее всех забраться в этот... Понимаете, я... Ой, я как-то себя ударил только что. Понимаете, я здесь на сервере единый, у которого были робоксы. Ну, и есть робоксы. Я единый, я так понимаю, потому что ни у кого нету шарика. Ни у кого нету шарика. А почему они не хотят себе купить шарик? Ой, обратно? Да вы что, издеваетесь? Что это за буренция? Что это за буря? Вау, сэндшторм! Песочный шторм! Песчаный шторм какой-то у нас. Давайте тут сидеть. Вау! Отбило. Ой, тут опасно. Может сдуть. О! Я сижу в каком-то песке. Или где я сижу? Ай-яй-яй-яй, где я? Я не знаю, где я. Я где? Я умер. Я улетел в какие-то текстуры. Странно, конечно, но да. Я улетел в текстуры. Или вверх куда-то. Я не знаю, куда-то я улетел, в общем-то. Вау, классно. Ненавижу вот этот вот песчаный шторм. Я не понимаю, как там от него выжить. Я не понимаю этого. Нужно не прыгать или что нужно не делать? Вот понимаю там, девочка, улетай. Понимаю вот буря, как оно? Хуртовина или как? Ну, в общем-то... Ну, когда метелица вот эта вот снежная, тогда я понимаю, что нужно греться как-то. А сейчас не. Вау. Привет, так. 49 побед. Ну, мы должны... Вау, 2 человека выжили, а какие-то явно профессионалы. Или нет? Да это не профессионалы, это какие-то нубики, которым повезло слишком. А, я упал случайно. Ай-яй-яй-яй-яй.
Я случайно упал. Давайте этот чат закроем. Зачем он нам надо? И вот этот вот списочек закроем, чтобы максимальный экран был. Чтобы нам не мешали ни списки. Да где новые карты? Вы что, меня обманули? Где новые карты? О, я машинку хочу занять, синюю. Мой любимый свет. Как залезть? Во, я залез. Давай мы к финишу. Давай, едь. Да что ты? Подтолкни, пацан. Это ну что я не еду? Че? Давай, едем. Давай, о, подтолкнул, спасибо. Ага, я первый к финишу подхожу, давай. Ну чё, мы не едем, давай подбуксуем сейчас. Давай, давай, выталкивай машину, помогай. Нет, мою машину занял. А ну-ка, кыш отсюда. А ну кыш, ну ладно, я улечу, я обиделся. Эксидрейн, прячемся под навесиком. Мы вот тут будем стоять. Надеюсь, нас не заденет. Хотя, возможно, и заденет. Вот здесь мы будем стоять. Да, вот здесь. О, нет, туда я не полезу. Там уже скоро обвалится вот это все. Хотя лучше вообще сюда не соваться, потому что здесь опасно. О, вот эта вот плита... Ай! Нас кусает! Так сильно! Я думал, что она нам по чуть-чуть хпшки отнимает. А я думал, что по чуть-чуть. А оказалось, что оно отнимает за секунды две. Я думал, что оно так отнимает, как Бизари, вот этот вот шторм. А оказывается, это вообще нельзя. Ну, я совершил огромную ошибку. Почему я не выжил? Я бы выжил. Так стыдно. Шариком. Купил шарик за 80 робуксов и проиграю. Но все равно с шариком веселее. Вау, классно. Вау. Давай, вот так вот. А я могу вот так вот. Опа. А я вот так. Опа, я падаю. Ой, я падаю, реально. Не, я просто хотел прикол показать. Ну, что типа я улетаю и возвращаюсь. Конечно, да. Ну, мне просто... Я просто совершил огромную ошибку. Что, у меня френд тут какой-то? Нет? У меня друга нету, потому что... Я ушел с другого сервера, потому что у меня неудачная попытка со съемкой видео. Я уже второй раз видео снимаю. Потому что первый раз у меня что-то зависла игра. Ну, не знаю почему, но что-то оно там Roblox как-то... Что-то сервер там что-то, в общем-то, написала мне красной табличкой под конец видеоролика, когда я уже хотел с вами прощаться. Мне написала, что что-то на сервере там случилось. Что-то, ну я как хотел прощаться. У меня зависла просто полностью игра. И я не смог ни попрощаться, ничего. И запись у меня прекратилась сама по себе. Ну, в общем-то, у меня само по всему игра вылетела, зависла там что-то. И... Что это такое? Где я? Шарик лопнул? Он что, лопнул? Ага, он возрождается. А, потому что я знаю, почему он лопается. Потому что нельзя... Ага, вот он лопнул. Потому что знаете почему? Потому что он... Знаете, как шарики... Ну, обычные такие вот шарики тоненькие... да не толкай ты меня! Ты что, издевайся? Да шарик, появляйся ты! Вот, наконец-то. Потому что, знаете, как шарики на большой высоте, когда сильное напряжение воздуха, они лопаются, и я сейчас лопну. Нет, я лопнул. Да что это такое творится? Ну, знаете, как шарики высоко очень летят, они лопаются, потому что сильное давление в воздухе в высоте, очень сильное давление, они лопаются. Ну, хорошо, что они возрождаются, ну, именно в Роблоксе, потому что если бы они не возрождались, один человек выжил, отлично, то, думаю я, чтобы... Если бы не вот этот вот шарик, который лопнул бы, я выжил тоже. Потому что у меня он лопнул, я упал с высоты, у меня мало хпшки осталось, и потом я просто умер. Так бы я выжил, я вам отвечаю. Ну,
Как вы поняли, нельзя на большую высоту. Пока, пацан. Обратно эта карта. Да вы что, издеваетесь? Ну, давайте вот последнюю карту сыграем. Вот, давайте сразу сейчас вот туда допрыгаем. Вон там. Вон, хочу флажок занять. Хочу прям на флажок туда. Опа, ай, давай, давай, давай. Как туда? Как тебе туда? О, давайте на флажок. Во, я выше всех. Я просто выше всех, смотрите. Я выше всех, стою здесь. Вот так вот. Давай, и первым у нас коричневый вырывается вперед. А тут виню камеру, коричневый убивает красного. Он умер. Кто? Водитель красной машины умирает. А он там появляется что-то и... Мэтр, что? Это что? А, это метеориты? Это метеориты. Опа. Или это вулкан? Нет? Фух, чуть по мне не шибануло. Ой-ой-ой. Чё так тормозит игра? Алло. Эти метеориты должны со скоростью света мчаться. Вау. Что творится? Деревья летают. Вы когда-то видели такое, чтобы деревья... Летали вместе с этими, с ножками ихними, столбурами, так. Это что такое? Ой. О-хо-хо-хо, как подняло, потрясло, да? Ой, на меня кусок какого-то этого упал. Ой-ой-ой, землю подняло. Что, деревья летают? А мой флажок, главное, держится. Деревья, земля летает. Какие-то плиты двухтонные летают, а мой флажок держится. Вот это вообще мне нравится. А машинка где? Вон машинки себе спокойно там стоят. А я... А земля летает. Ох-ох-ох, как землю побила. Нашу и родючую. Так. Вон пацан стоит себе. Вон там рядом вот нубик какой-то. Выживает себе так спокойно. Знаете, такой он профессионал. Ну, вот так. О, 50 у меня... Disaster Savoir. Так, ну короче, ребята, все. Ставьте лайки, если вам понравилась эта игра. Если вы хотите еще Роблокса, то напишите в комментариях и поставьте лайк, если вы хотите Джейлбрейка. Все. Всем удачи и всем пока.